Всем привет-привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Яна, и сегодня я буду снимать покупки в фикс-прайс в необычном для себя формате и в необычном для вас формате, я думаю, потому что мы привыкли видеть мои покупки рука-камера, но сегодня я решила их показать вам, так сказать, руками, своими же руками, но только полностью. В общем, вы меня поняли. Кто не знает, покупки я совершаю в городе Челябинск. Была я на Чечерина 37. Хочу я все купить этого оленя, но у нас нет. Кто-то мне в комментариях писал, есть в другом фикс-прайсе, но мне туда, в общем, не по пути. Поэтому я вам буду показывать то, что я купила сегодня. Ну и я не остановлюсь и буду искать все-таки оленя. И первое, что мне попадается, это вот такой вот ободок. Уже новогодний, цена у него 55 рублей, ободок праздничный, карнавальный. Я, конечно, понимаю, что 55 рублей, наверное, для такого ободка будет дорого, ну, потому что, ну, тут ничего такого особенного. Вы видите, вот эти фигулины просто приклеены какой-то белой фигней. Можно сделать это было самостоятельно, но зачем это делать самостоятельно, если это можно купить, в принципе. Ну, есть разные цвета, какие-то там зелененькие, какие-то там еще какие-то. Ну, я выбрала для себя такой за 55 рублей, в принципе, неплохо. Дальше я купила вот такой вот слайм, мне кажется, это новинка. Я до этого не видела такие слаймы в фикс-прайсе. Такая вот огромная бонсенция, 199 рублей он стоил. Смарт слайм, мало не покажется, большой слайм, растекается, растягивается, мнется. Genio Kids, вот так вот здесь написано, закос под ниндзя слайм какой-то, банка закос под ниндзя слайм, игрушка мялка-жмялка. Ну, в общем, кто не знает, повторюсь, у меня есть слайм-канал, где я тестирую слаймы, показываю все про слаймы, делаю слаймы. И кому интересно, что же представляет из себя этот слайм, проходите на мой слайм-канал, ссылка у меня есть всегда внизу под видео в описании. Там я его буду тестировать, дабы сейчас его отсюда не извлекать, не доставать и так далее. Вообще у девчонок видела столько много разных всяких новинок, но у нас, к сожалению, еще, в общем-то, практически ничего нет. То, что уже в других городах появилось. Не знаю, чего это зависит. Дальше я купила себе терочку, новую терочку. Моя терочка уже пришла в негодность. Я не знаю, насколько будет хороша эта телка. Терка. Хороша или нет, 55 рублей, у меня здесь такая розовая ручка, в принципе, держать удобно. Не знаю, насколько ее хватит, она, скорее всего, заржавеет, но хоть на какой-то промежуток времени до мне ее хватит. Я еще для себя там присмотрела такую терку, она овальной формы, ну, типа с тарелкой внутри, ну, с емкостью внутри, с одного верху, в общем. Вот такая вот резьба идет. А с другого низа или верха вот мелкая резьба. То есть, либо вы там сверху трете, ну, короче, мелкая и крупная терка есть. А цена у нее 199 рублей, но я что-то не стала покупать, потому что я не уверена в качестве этих терок из фикс-прайса. У меня тут, короче, есть задумка снимать какие-нибудь рецепты. Да, у меня новая задумка, потому что я планирую Евин канал, где я снимала распаковки игрушек, переделать под рецепты. Но это еще не точно, это только пока мои предположения, потому что сейчас это идет неразбериха с детскими каналами, поэтому у меня даже как-то отпало желание снимать все эти распаковки, и я думаю про рецепты, но это не точно. Дальше я купила вот такое вот кольцо, форма для салата. Простите. Здесь у нас идет она круглая форма, вот на картинке можно посмотреть, что это из себя представляет, я пока доставать не буду. Какой-то салатик с крышечкой, удобно. Опять-таки материал, конечно, нержавеющая сталь, но не знаю. Вот квадратных не было, как на рисунке. Были еще треугольной формы, но я решила взять круглый, стандартный, можно так сказать. Ну, за 55 рублей почему бы и нет. Следующее, что я приобрела, это был вот такой вот фонарик. Вообще я жду другой фонарь, который побольше, чуть-чуть по размеру. Типа, которые продаются в Икее. Но у нас, к сожалению, их пока нет. Вот, ну, буду ждать. Снежное кружево, светильник новогодний, лампа 12,8 сантиметров. Срок службы светодиодов 8000 часов. Батарейки входят в комплект. Вот эти вот кругленькие.
Здесь была вот эта вот защитная белая штучка, которая вставляется. Ну и вот он включается. Естественно, сейчас будет не видно, если только я выключу свою лампу, и то не факт, что будет видно. Ну вот так вот он светится примерно, да? Ну красивый, новогодний такой украсить стол, да, мне кажется, вполне достойный вариант. Возвращаю свой свет красивый. А сколько он стоил? Я что-то не помню. Я что, чек потеряла? Нет? И чека нет. А, вот он чек. Прямо перед глазами лежит. Я обычно в конце чек показываю. Форма для салата. Светильник. 99 рублей он стоил. Ну, в принципе, это не так и дорого для такого милого, симпатичного светильничка. На новогодний стол, где-то новогодний декор сделать. Вот так вот в потемочках он будет очень мило и не ярко светиться. Дальше я купила вот такие вот бигуди. Вот посмотрите, это бигуди. Для волос их 6 штук. Lovely Hairstyle. Не знаю, что они из себя представляют. 99 рублей. Но на мои волосы мне как раз хватит 6 штук, потому что у меня 3 пера. Так, сейчас посмотрим, как это делать. Ну, обычная тканевая штукенция. Вот здесь, вот в этом месте, поролон, куда вы будете наматывать, и проволока. Помните, были такие заколки софистов-твистов или что-то там такое, что-то вроде того? Ну, я попробую, да, на Новый год. А что, зато волосы не портят, никакие плойки, ничего. Не знаю, что за кудри будут получаться. Как-нибудь накручусь и пред вами предстану. Ну, вот так вот это, да, наверное, накручивается как-то. И вот так вот сделать. Ну, нет, наверное, я себе куплю еще такие бигудюхи, потому что, мне кажется, 6 штук все-таки будет маловато. Ну, вот таким образом это выглядит. Ну, естественно, нужно наносить какую-нибудь там пенку, гель там или еще что-то. Можно просто, конечно, с водой, но с водой вряд ли что-то будет держаться. Дальше я купила вот такую вот игру. Он там отсвечивает, но, думаю, видно. Это планшет-балансир. Развивает ловкость и координацию. В наборе 10 красочных карточек с 20 вариантами игры. Развивает пространственное мышление и усидчивость. От 3 плюс она идет. В общем, вот она есть, инструкция. Кому интересно, посмотрите. В общем, я вчера Еве дала. Она сначала такая обрадовалась. Ну, дочки, играла, играла, потом начала психовать. Вот из себя что представляет этот планшетик. И вот здесь есть маленькие дырочки, как вы видите. Картинку можно вставить вот такую, можно вот такую. Она прямо вот здесь вот сверху вставляется. Менять их очень просто и легко. И здесь у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6 шариков. Ну, в общем, шарики эти нужно загнать в эти лунки. Я думаю, ну, кто примерно моего возраста, тот знает такие игры. У меня в детстве такая была. И как бы, ну, мне нравилось в нее играть. Ну, Ева у меня сначала такая с энтузиазмом играла. А у нее один шарик попадет, а другие она загнать не может. Она начала потом уже психовать. Ты мне специально купила такую игру, чтобы я психовала, что ли? Я говорю, Ева, здесь нужна усидчивость. Я говорю, а она у меня такой ребенок, она не любит. Если у нее что-то не получается, все начинает бросать, психовать. Ну, не усидчивая она человек. Я загнала все. Последний вообще очень тяжело загнать шарик в эту лунку. Ну, здесь есть такой небольшой минус. Мне кажется, шарики тяжеловаты. Вот ты его когда тихонечко наклоняешь, он плохо едет. А когда чуть-чуть посильнее наклонишь, уже, короче, он быстро проскакивает мимо этой лунки. И, в общем, и мне кажется, лунки нужно было чуть-чуть поглубже сделать. У меня такие игры в детстве были. Мне очень нравилось в них играть. Ну, конечно, сейчас не то время, в которое я жила. Вот они, 10 карточек. У детей огромный сейчас выбор всяких разных игрушек, поэтому что сравнивать, хотя, в принципе, у меня тоже были разные всякие интересные игрушки, но вот в этом мне нравилось играть. И тут разные-разные виды. Я уж не буду на каждой карточке, то есть с двух сторон 10 таких карточек, и получается 20 картинок, если их менять местами. Дальше я купила, наконец-то себе купила. У нас появились вот эти полочки, не поверите, уже их все давно показывали. Стоит она 199 рублей. Это декоративный ящик. Написано, что новинка. Так, состав МДФ. Смотрите, какая прелесть. Он немножко как бы сделан под старину. Есть вот такие вот на бечевке, я бы сказала, веревочки. Внутри он беленький. Его можно, в принципе, покрасить. Есть еще темно-синего цвета. Я что-то так жалею, что я взяла один такой вот ящичек. Просто потрясно.
Я не знаю, куда я его приспособлю. Да даже просто сюда можно какую-то косметику поставить. На стеночку, на балконе, на даче. Куда-нибудь это все приспособить, мне кажется, просто супер. За 200 рублей это недорого. В других магазинах, да, да даже типа той же Икеи, такие штуки стоят гораздо дороже. И еще одна покупка, которая я... Еще одна покупочка, которую я совершила в магазине Fix Price, это был вот такой вот милый крем с мышкой. Ну, подобные крема у них уже были. Это крем для рук и тела, регенерирующий. Пахнет он вкусно, в принципе, сейчас попробуем. Впитывается быстро. Но здесь сама упаковка очень крутая. Такой крем можно взять на подарок. Здесь номинальный объем идет 150 мл. Вот смотрите, я не знаю, видно вам или нет, вот это вот все блестящим сделано. И это выбито. Это как 3D снежинки. Вот на мышке вот эти вот точечки, это выбито, корона выбита, то есть это как 3D эффект идет, это очень красиво для дополнения к подарку, мне кажется, будет просто-просто супер, я так считаю. Так, игра-планшет стоила 199 рублей. Я считаю, что этот планшет, он не стоит 199 рублей. Он должен был стоить 99 рублей. Ну, потому что, ну, действительно, он такой простенький. Нету там никаких-то там ни наворотов, никаких батареек. Он не светится, не поет. За что тут 199 рублей, непонятно. Ну, еще мне Ева его забраковала. В общем, я говорю, ладно, я его кому-нибудь отдам. Убрала его. Говорю, если тебе не нравится, не играй. Как вы считаете, вообще нормальная эта игра или нет? Нет, она нормальная, мне нравилось в детстве играть, но вот у меня ребенок почему-то не оценил. Ну, не оценил, потому что не получается. Вот, потратила я, короче говоря, вообще немного, ну, для меня 920 рублей. Крем этот 55 рублей стоит для рук. Ну, потому что ничего такого не было, так что буду ждать оленей. Я спросила на кассе, кстати, говорю, а у вас были эти олени? Думаю, может быть, я их как бы пропустила, да, там... И их уже это, ну, разобрали, да? Она говорит, нет, у нас не было, и не факт, что к нам их привезут. Вот так вот она мне сказала, потому что, она говорит, мы сами не заказываем, у нас идет все автозаказ. То есть, что придет, то они и будут нам, так сказать, продавать. Вот такие вот дела. Ну, все, вроде бы все показала. Не знаю, как вам такой формат видео. Я чисто для пробы, понравилось вам, не понравилось, пишите. На этом я буду заканчивать свое видео. Кому понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик под видео, чтобы всегда быть в курсе, когда у меня выходит новое видео. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Ну, а я, конечно же, в свою очередь буду готовить для вас новые видео, новый обзор, новые покупки, новые болталки, фикс прайс и многое другое. Всем пока-пока и до новых встреч. Пока!